адекватно. БР, блядь, БР ФКшит, блядь, заебал нахуй. БР эфикей. О, БР тут, он бежит. О, БР проснулся. БР, БР. Вот, хватай теперь троих, нахуй. Да не уже. Хотя, можете попробовать. Юлю Берни. А он да, не додумал, не Бернит. Не сможет. Ой. Ой, ты где, ебать, там бегаешь? Здесь. Грибы собираешь. Самое неприятное, что мана заканчивается. Да, так... захилов маны пиздец заканчивается. Самое неприятное то, что, блядь, урона нахуй по основному нету, блядь. Там 10%. Чуть больше мульта. А он, походу, блядь, опять без наушников, да? У него наушники забрали. У тебя дух откатился? Блядь. Я уже сдавал. О, блядь, раздуплился, блядь. Ты где был? Неужели? Не пиздец. Не пизди, блядь. Да бейте. Давайте, что сотка осталось? Ебаш. Плавка, ебаш. Ой, бля. А хули там свинота под 100к жирная? Медвед. Бичи, бля. Вон, учитесь, бля, троих удержал, да, вот? слава может, все что угодно. Понятно. Ну, шиза поехала немножко. Немножко? Вы там закончили свой пиздёж про лут, блядь, бесконечный? Про какой лут? Уже давно. Про ГП лутмастер? Калы, блядь, у кого там кал в жопе, блядь. Давно закончили, блядь, не знаю, уже пиздец, у меня аж башка разболелась от вас. Вы уже босс убили. Минут 10, как минут 10 мы уже не пиздим про это. Еще, да, болтара хуярим, там танк падает, блядь, эти сидят. О, бля, там у меня покалы, блядь, кто там забит. Не было такого, когда мы вот, говорю, блядь, на трэше мы бы отведите. Ой, да, блядь, да, похуй, мася, блядь. У нас один танк, типа, ну, блядь, держал троих. Да я понимаю, ну, блядь, ну, вот... Лучше ну так этом, если, блядь, ты, если ты понимаешь, не выёбайся. Ну, в натуре, блядь. Так вместо того, чтобы об этом пиздеть, может, надо было второго танка попросить хотя бы? Второй танк, блядь, сидел, не знаю, хуйнёй страдал где-то. Ходил, шо, вон ей, вон Кирсори был в рейде, можно о, было, блядь, его спекнуть и всё. Так, мы вначале хотели бить этого дракона, не того. Да. Ну, вообще, да, тут, конечно, разногласие пиздец произошло. Сказали пулить, и Юля пошла спулила болтера. Ну так правильно, как бы, ну, ей не уточнили, кого пулить. Ну да, правильно? По факту. Как бы ее вины нету, бля. Next time она Халиона так запулит, реально. Она не пулит. На кого? Ну, по сути, ты... Конрол, блядь, идет по тебе, сути, нахуй, заебал. Тебе, да, как бы, ну... Я за хиловскую или нет? Зачем ты идешь? Я увидел тебя. Давай это. В очередь. Да. Сукины дети? Тут таких дохуя. Вот хочу просить транспил, чтобы он успел на меня чипривать. Я на Геровскую буду стоять после Витяна. Так что... Не, ну если у меня Аркус заберешь, то... Я тебе Аркус, у меня свой Геровский, зачем мне твой? Ну, типа, Аркус ты забираешь, скорее всего, если Маунту не нужен. В ЦЛК вчера каких боссов закрыли? Первых шесть. Первых шесть и Валю захилили. Осталось Парфа, Синдра... Синдра лечь. Ну, вот эти Принцы, Лана... Так мы 7 боссов закрыли. Какие 6? Ну, да. 7 боссов закрыли вчера. Нормально. Ох, за час. Ну, чуть больше. А кто второй трэш? Ну, чуть-чуть больше. Ну, мы вроде всех с первого, кроме ребра, если ничего боюсь. Да, ребро не простило.
Ребро как бы взял дань, так ребро сказать. Ребро покрал просто. А дайте какой-нибудь инвайт там, если просит в гильчат. Короче, оверхильте, хулидринк, я в ДД танчу. В смысле, ты в ДД танчишь? Я понял, трэш. Костя. Я тебя понял. Ну что, с двух сторон пусть один чел трэш подержит, в чем проблема? Он вытащит. Хулидрин. Че, я Вилаша же вытащит с двух сторон. Че ты мозги делаешь? Да похуй. Интересно, сложит Костю или нет? Сейчас посмотрим. И, короче, понял, что там ивент полная вообще шляпа. И когда ты это понял? Охуеть. Сегодня ночью. А что случилось? Почему шляпа? Ну, шляпа? И он, типа, ну, полагает из-за него, кринж. А, он лучше уже башку, блядь, не поставить. Бывает, я написал багается, башки. Да. Не знаю, я с Телмивеном хожу, у меня все нормально. Да, у меня тоже ни разу не багался Телми. Не, он как будто бы FPS понижает. А, ну, это не знаю. И бывает так, что, типа, ты, ну, пишешь в чат по три буквы вот эти вот, которые вызывают его. Ага. И у тебя, типа, команда в чате не принимается, и он не вызывается. Ты лезешь, типа, в интерфейс, модификации, аддоны, ну, вот это, цехошный. А ты это в бою делаешь? Нет, не боя. А там без разницы, кстати, в бою или не боя. И, типа, а смотришь, а у тебя пустые эти твои панели, прикинь, которые ты делал. Берегитесь. Да, кстати, вот, ну, мне кажется, это с сервером связано. Потому что на этом, вот я на циркуле этой хуйней лет 6 пользовался, вообще никогда таких проблем не было. Ну, вот это, здесь, да, у меня, да. Здесь у меня дискон проходит, и у меня хуяк, короче, и вписанные проки тринкетов на ДК просто пропадает плашка, блядь, с ними, и все. А, потому что если ты это только сделал, и потом, типа, сервер крашнуло, то оно, короче, скидывается у тебя. Да по-разному есть, бывает. Бывает такое, выше, что самому, оно, блядь, закрыть, висит зайти. Уже Слава, забор Steam. Хуяк и все. Так. Вот у меня вчера такая херня была. Дискон ночью был. У меня просто раз. И у меня причем эти плашки, они пропадают. 53 это ляма. Очень странно. Но я думал, а нам хватит урона? Хватит. Давай забор Steam. Так, ну, рейд 20 человек же. И дайте там человеку дискон. Хватит нам этого? Хватит. Да не, мы же нормально убьем, чего вы думаете? Че за хинкалинка? Это кто? Не знаю, типа, чел в гильде, я ему кинул инвайт. Новенький. Да. Маскируются, да? Вот я это забанил. Провозничный банал. Маскиров очка. Это на 3 треплёха? Блять, Слава, ты чё нахуй? Я тебя породил, я тебя убью второй раз или чё? Это там же третий. Это, наверное, уже третий или четвертый, блядь. Тебя породил, я тебя и убью. Так он тогда его просто кикнул, блядь, типа, ну. Чё, кто где хилит? Ну ты тьма? А. Ну. Свет. Ну у него, потому что Слава в ЧС бить закинул. Остальные четыре в тиме. Давай, я говорю, бурстанем его. Ну, давай, Костя. По обычной тактике просто. Вы зачем тебя обижаете? Вы не обижайте дедушку. Короче, что у Мивен удобно, но из-за вот этих багов я снес. Но Вашка круче. Вашка как будто, да, типа с ней вообще ничего не случается. Угу. Кто сверху, кто снизу остается. Вот уже сколько с Вашкой игра, месяца полтора. А что им? Да не проще, я говорю. Понял. Проще зергнуть уже, а? Да, блядь, так убьет, похуй. Что тут танчит, Слава? Да. А внизу кто танчит? Ну, Юля. Ваша? Очевидно. Да, в говне. Не ой, бездал. Застанило! Как это ты так? Лох, получается. Я живой, видишь? Чё лох? Я а живой? Ты чё, а как у тебя не ваншот? Я как тебе не ваншот? Берёшь и считаешь себя. И не ваншот получается. Если что, на меня висел такой щит ДЦшник, я не умер. Блять, я прям лицо словил.
это обычка, велком. Новый, это да, обычка, то есть он на щиток спасает просто. Мне кажется, и так можно словить лиц. Нет. Метеор. Чтобы ты оскалился. Чтоб улыбка красивая была. Да, считай вставная челюсть. Тихоныч. Чё, огонь-то не пропадает? Ты чё, баг? О, пропал. Как-то рано вы диспелите его. Да не, я вроде под самую стенку вынес, нормально. Да нет. Там еще бежать и бежать было. Бля, у меня же из-за ХМ-ки, у меня паранойя ебаная. Тоже нахуй ебаная. Я ищу, ищу два шарика. Ну, скоро там фаза. Не могу понять, почему нету еще двух шариков. 7%. Бля, какого хуя? 7%. Ломал, он чуть не сдох, блядь. Пиздец. Давай, бля, вот зеро. После ХМа такое ощущение, как будто в обычке умереть невозможно. Так и есть. Нормально. Это мы как? Мы вот тут сейчас доводим до 100%, потом выходим все в свет. Ой, и... Да, уже они вышли в свет, ладно. Понял. О! Ломал. Первый пошел. Вообще, да, доводится до 100%. Танк прожимается, выходит свет, гера и ДПС. Заходишь. Че, резвие будет? Ебать лезвие. Мечи тут дохнут, как... Я понял. Ладно. Бывает. Я понимаю, в гере. Но, блять, в обычке. Так я и так 1.32. Там 20 других приставки. Ты чё базаришь? Ты чё базаришь, блять? Реально. Нюх попутал. Лезвие закончилось. Нет, его... Назад вернулись, не перепутали. Я умер и встал. Лезвие закончилось, да, пропало. Да. Блять, портал поменялся. Почему метеор упал на ту сторону? Потому что я встал. А я побежал уже, но, блядь, по инерции, блядь, туда, и смотрю, блядь, туда падает, охуеть. Ты же не умер, представляешь? Ну, чувствует, блядь, не умер. Блядь, ебать там, блядь. Просто... Сигналка паровоза просто, блядь, у кого-то орёт, нахуй. А, это у меня возможно. Ты на колонках ведь, что ли? Нет. Микрофон на других наушниках. Да, это у тебя. Не, я понял. Просто Витя машинист, блядь. Ты заубаетесь зато, блядь. Да я щитанул их. На клаксончик решил понажимать, да, Витя? Ты ничего не проебёшь, но... Ну по факту, зато сразу, сразу раздупляет, ебать. Да, и не засыпаешь, и понимаешь. Да, 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 что надо что-то делать. Это вообще пиздец. А у нас дед упал или что? Да, у нас дед упал. Неметка повешилась. Охуенно. А вы добьете его в цвету или нет? Мы можем выйти и... Ну, мы можем тут нахуярить его и выйти попробовать зергануть его. Ну, можно попробовать. Ну, кстати, да, там 3 ляма. Бейте пока. До 30% доводите, потом наверх все выйдем вместе с танком. До сотки. Уже 2.9. До сотки, бред. Он захилится просто. У нас ДПС сломался. Так стоп, а если, типа, никого в свету нет, то он не хилится? Ну как нет, доведется до 100%. Я понял. Вот он сейчас хилится. Выходить. Да, после лезвия будем выходить.
А мы как выйдем, просто... А, ну, тяжело будет выйти, блядь. Ох. Ну, Юля, а первая выйдет, смели. Ты сразу нажимаешь, все. Только хил-то один, пускай останется. Так, Юля, прожимки и выходишь. Так, надо всем, всем вместе с ней, иначе мы сейчас сдохнем. Ну, выходите. Ходите да. Быстрее. Да, ебать, портал поменялся, ебаный бастон, нахуй. Мордой на портал поставили просто. Ай, господи, прикол какой. Ну, хуярьте, пробуйте, 2 ляма. Ну, он сейчас хильнется, по идее. Не, не хильнется. Да, нормально. Вообще не должен хильнуться. Не хильнется, не успеют. Не, нормально. Заебись. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А можно, пожалуйста, хоть раз дней. В этой игре увидеть чашку хиловскую? Хотя бы. А можно хоть раз Апокалу увидеть, блядь? Я просто ее хотя видел. Хотя бы просто посмотреть, блядь. Хотя бы как они понюхать? Да. И нам это даже... Мы тогда с Костей, блядь, понюхали два танковских, это самое, ботиночка. Кому-то надо. Все, нахуй. Пароли вот чисто ради вредности.